Заранее прошу прощения за мой вид. Я сейчас делаю ремонт. Сейчас я покажу. Ремонт. Во время ремонта приходится очень много прыгать на стол, прыгать со стола, нагибаться, наклоняться. То есть заниматься ходьбой по пересеченной местности. Наклоняться. Мне пришла такая мысль. Почему народы, живущие в горах, всегда носят штаны, зауженные к низу? Я к этому пришел чисто экспериментальным путем. То есть у народов, живущих в горах, они сужены к низу и стянуты. Другая штанина. Потому что когда ты бегаешь, у тебя широкие шаровары, широкие штаны везде будут цепляться за выступы, за пятку, за носок. То есть если делать их короче, будет холодно. То есть самый оптимальный вариант — стягивать штаны к низу. Делать такие вот шаровары, стянутые к низу. То есть я вам сейчас покажу. То есть вот видите, у меня штанина разорванная, вся в хлам. Это я где-то ее зацепил. То есть, и чтобы мне за нее не цепляться, я ее просто стяну скотчем. То же самое в процессе эволюции сделали народы Кавказа. То есть они изначально все свои штаны стягивают внизу. Это позволяет им очень хорошо перемещаться по пересеченной местности. А если одеть обыкновенные штаны, широкие, они у вас просто будут разрываться, что очень неудобно. Еще раз прошу прощения за мой внешний вид. Все, благодарю за внимание.